Всем привет, друзья. Все говорят, что зависим от ВКонтакте. Но я не понимаю, с чего они это взяли. О, новый пост. Прикольно. Мы попросили друга Бройна рассказать о нем поближе. Что еще началось? Он начал смотреть плюсы и минусы ВКонтакте. Плюсы и минусы нового дизайна ВКонтакте. Редизайн ВКонтакте. Как увидеть Брайда за 10 секунд? Как сюда попала моя история просмотра? Папа Брайна тоже не остался в стороне. Решил рассказать, что он думает. Я его ненавижу! Отец правильно захотел провести диагностику сына. Любезно выполнил это. Ах ты, дебил! Соси хер. И не больше сиди ВКонтакте. Фух, эта неделя далась мне очень нелегко, но я рад, что наконец-то смог вылечиться. Ура! Только пригласил гендиректора ВКонтакте и попросил попросить 2 ляма долларов у моего отца. Сука, 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 блядь, блядь, блядь. Никогда не отдавай! Что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока-пока!